Пятый сезон инновационного образовательного проекта «Лига школьного предпринимательства» стартовал в Ульяновске. За 5 лет участия в реализации проекта приняли более 1500 учащихся старших классов. Ребята изучают основы предпринимательской деятельности, на практике знакомятся с действующими предприятиями и разрабатывают собственный бизнес-проект. Самая главная задача, которая у нас стоит, это через игровой формат вовлечь молодых ребят в эту большую, хорошую, добрую историю создания своего дела и заразить по-хорошему этим, этой болезнью, если хотите, потому что предприниматель не становится. Честно говоря, им нужно все-таки родиться. Это как любая творческая, как композитор, как художник. А другой разговор, что можно научить продавать когда-нибудь. Но вначале дать хотя бы понимание, что ты можешь в своей жизни сделать что-то своими руками, своим сердцем, свое дело. Вот это главное, пожалуй, определение, которое нужно заложить в голову. Это вообще, в принципе, в контексте нашего прихода в школы, внеурочкой, той основой предпринимательской деятельности и в этой логике. Встреча участников прошла в Ульяновской школе номер 82, учащиеся которой за 5 лет работы Лиги предпринимательства неоднократно становились ее победителями. Вот и в прошлом сезоне бизнес-проект, разработанный старшеклассниками этого учебного заведения, занял 1-е место. В предыдущем сезоне Лиги школьного предпринимательства гран-при мы выиграли с проектом туристической фирмы, которая называлась «Изворяк в греке». Мы выбрали именно это направление, потому что в нашем регионе туризм не очень активно развивается, поэтому мы решили взять именно эту тему и разработали такой бизнес-проект. Так как в нашем городе есть много достопримечательностей интересных и есть что показать, мы старались сделать так, чтобы туристическая фирма смогла удовлетворить условия всех потребителей. То есть это должно было быть интересно и не очень дорого, чтобы смогли поучаствовать все. Не разочаровались за это время? Думаю, нет. Лига школьного предпринимательства возникла в нашем регионе в 2014 году. Одним из вдохновителей этой идеи был губернатор. И сегодня в правительстве региона возлагают большие надежды на ребят, делающих первые шаги в предпринимательстве и отстаивающих свои проекты в рамках лиги. На самом деле мы с вами вот это мероприятие видим, и мы как правительство видим, как один из элементов, одно из мероприятий реализации национальной цели, которую обозначил президент Российской Федерации. И эта национальная цель, национальный приоритет звучит как развитие малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы. Что самое главное, я считаю, удалось достичь нам. Нам удалось вот обеспечить такую очень связанную вертикаль возрастов в идее развития предпринимательства. Опыт Ульяновской области, накопленный в сфере развития предпринимательства, сегодня востребован далеко за ее пределами. А очередной сезон лиги, открывшийся в нашем городе, это прекрасная возможность для сотен ребят проявить свои предпринимательские способности и сделать первый самостоятельный шаг навстречу успеху.